2 часа ночи взорвалось что-то. Слышен был свист. Беспилотник или кто-то что-то пролетело, короче, полоса остаточная. Вот горит. Горит и около нефти или что-то горит. Горят емкости с топливом, походу. Там и нефтегаз. Нет, это бочка горит. Бочки горят, емкости. За проливом в Тамане что-то горит. Самое страшное, что рядом с этим поселком Волна на Черноморском побережье находится Крымский мост. А сам терминал нефтеналивной, вы видите, какой он огромный. Также здесь переваливают серу и селитру. Это еще больше внушает ужас. Поэтому можно было вообще уничтожить все Черноморское наше побережье. Хорошо, что вот так вот локализован этот пожар, но до сих пор еще не потушен. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщает такую информацию. В поселке Волна Темрюкского района загорелся резервуар с нефтепродуктами. Пожару присвоен высший ранг сложности. По предварительной информации, жертв и пострадавших нет. На место стянуты пожарные расчеты МЧС и экстренные службы. Делается все возможное, чтобы огонь не распространился дальше. Даже за Керченским проливом с крымской территории виден этот пожар. Ужасающие кадры нам присылают, и это внушает страх. Но будем надеяться, что все будет хорошо.